Сейчас будет готовиться выполнять свои вольные упражнения. Одно золото у Иры здесь уже есть. Да, настроение сразу заметно. Настроение уже, адреналин так заиграл. Хочется ей, знаете, что посоветовать? Такого же настроения, как и немецкому участнику в упражнениях на два святого умельца, как немецкому участнику в упражнениях на перекладе, на таком же кураже и так же чисто. Пока первый день не прошла. Молодец. Ой, как здорово. Молодец. Пока все она делает хорошо. Вот российская школа хореографии. Посмотреть приятно, вы знаете. Да, ну хорошо, я рада слышать. Потому что пока мы очень много критикуем, потеряно как бы вот эта хореография. У нас все некогда в тренировочном процессе. Они все тренируют сложности. А вы знаете, как она имеет сразу преимущество перед другими, правильно? Вот даже просто ручки она как положила. Положение стопы или ступни не косолапая. Все это так правильно. Она танцует. Все это так важно. Это, ну, всегда красиво. Да. Под такую музыку-то. Да. Она обязана. Очень серьезно брать от нее. Молодец. Держись. Углом заканчивать будет. Не соберись. Стоять. Молодец. В точку. Молодец. Умница. Умница.